Компания решила, поставила себе такую цель, чтобы оцифровать рынок онлайн-гемблинга, да, потому что это рынок, я бы сказал, сильно зарегулированный и очень скрытый, и большинство компаний работают так, что только, можно сказать, вытягивают деньги из клиентов, да, и ничего, ну, то есть очень все закрыто, а компания решила пойти другим путем, сделать это все прозрачно, на технологии блокчейн, сделать это все честно, чтобы это было видно, сколько вот человек участвует, какой процент прибыли идет на выигрыши, какой процент забирает себе компания как комиссию за обслуживание этих всех процессов. Да, но это кратко, это основная цель и основная задача — оцифровать рынок онлайн-гемблинга. Это казино, это VR, это азартные игры, это ставки на спорт и так далее, и так далее. Это основные направления. Да, и сейчас давайте мы посмотрим, какие есть проблемы на этом рынке. Это основные и какие задачи пришла решать компания. И в целом давайте посмотрим, насколько это рынок большой. Даже когда вот любой предприниматель, когда начинает бизнес, он должен посмотреть нишу, в которую он идет, и в целом задаться вопросом, а там есть деньги, а есть куда там масштабироваться, а сколько я могу из этого заработать, да, потому что у вас может появиться какая-то суперкрутая идея, там какой-то продукт или услуга, но если рынка там нет, то вы ничего не заработаете. И компания выбрала очень крутой, очень перспективный рынок, в котором крутятся, ну, очень большие деньги. Вы видите сейчас в цифрах у нас на слайде, и как этот рынок растет. Что очень тоже важный момент, что это растущий рынок. Да, с каждым годом он растет, растет. Это онлайн-казино. И вот капитализация на 2018 год рынка азартных игр — это 450 миллиардов долларов. Ребят, это очень круто. И даже если мы небольшую долю рынка откусим, можно сказать, да, то это колоссальные деньги. Вот, поэтому вот именно я то, что ниша выбрана очень круто, очень перспективная и денежная. Да, и потенциальный рост рынка вот на 2020 год — это 600 миллиардов долларов. И как мы видите, слайд не включил. Так, минуту, ребята. Еще напишите кто-то, видно слайды или нет, потому что я в чате увидел, что мне сказали, что не включенные слайды. Так. Потому что у меня слайды включенные. Напишите, пожалуйста, еще кто-то в чат, видно вам слайды или нет. Так, у нас, наверное, идет задержка. И я пока что не вижу. Так, ребят, в техподдержке напишите, слайды есть, все окей, спасибо. Значит, у вас, если, Алекс, если у вас не видно, зайдите, пожалуйста, еще раз попробуйте обновить страничку, либо новый браузер. Вот, ну, спасибо за комментарий. И я о том, что это большой очень рынок, и есть где развиваться, есть куда расти, и на нем можно зарабатывать. Да? Давайте мы посмотрим, какие есть проблемы сейчас в рынке. И знаете, как говорится, хочешь заработать денег, ты должен решать какие-то проблемы, должен решать какие-то задачи, да, и тогда тебе люди за это заплатят, и ты заработаешь деньги. И вот компания обозначила, какие есть сейчас проблемы либо сложности на этом рынке, и пришла это решить. Первая проблема, и такая она сложная, это вмешательство. Да, это посторонние воздействия, такие там, как хакеры, да, это часто есть, они взламывают разные и платформы, и с тем, что и игроки, да, тоже нечестно себя ведут и так далее. Поэтому это разные разного рода вмешательства. Это хакеры и игроки, то есть они мешают там и играть и честно вести этот бизнес. Следующее – это непрозрачность. Это то, что все жестко зарегулировано, закрыто, и казино, часто вы знаете, что оно работает большинство на прием денег, да, и, как говорится, хочешь обыграть казино, создай свое казино, да, и потому что, ну, более 90% всех игр, денег, которые заходят в казино, они там так и остаются, да, потому что вот так работает казино, такой принцип. И следующая проблема, даже если людям уже получилось выиграть деньги, да, сорвать этот джекпот, то начинаются какие-то проблемы с выводом средств, что там
требуют разные верификации, там под любым предлогом оттягивают, да, какие-то документы от вас требуют. Там. Ну, короче, казино работает так, чтобы максимально задержать деньги у себя и минимально выдать игроку, либо привлекает опять, чтобы он играл, и так далее, и так далее. Блокчейн эти все проблемы решает очень быстро и просто, потому что все транзакции, они открыты, их нельзя изменить, как-то подкорректировать. И основное, что это работает на автомате. В это невозможно как-то влезть, помешать, что-то вот опять изменить. Да? То есть если изначально алгоритм заложен, то он так и будет работать, да, на 100%, без никаких сбоев. Есть вот эти валидаторы, да, которые подтверждают транзакции, и это самое главное, это честно, прозрачно, и это то, что компания пришла, какую задачу решить на этом рынке. Итак, давайте поехали дальше. И еще я вам скажу даже, ну, у меня даже партнеры мои спрашивают там, а вот там казино, насколько это как бы этично, или там люди проигрывают деньги там и так далее. Ребят, в каждой стороне есть, как в каждой медали есть две стороны. И я вот недавно смотрел такое интервью человека, у которого есть своя букмекерская контора, и он говорит, что это должно быть, это всегда было, да, и казино, либо там букмекерские конторы, там это не для того, чтобы зарабатывать деньги. Казино – это для богатых людей, чтобы они пришли, потратили их, да, задача не зарабатывать, а развлечься, да, это поиграть, почувствовать эмоции какие-то, да, почувствовать этот азарт, вкус игры, вкус победы. Вот эта задача – это для богатых людей, а не для бедных, чтобы зарабатывать. Поэтому вы должны откинуть сразу какие-то вопросы, что типа вы там строите бизнес на каком-то неэтичной темы и так далее. Это совсем не так. Просто есть люди, которые неумело используют это, да. И хочешь заработать деньги, создавай пользу для людей. Хочешь потратить, вот тебе разные такие сервисы. Наш бизнес на богатых людях, да. И, например, тоже ставки на спорт. Это тоже не заработок. Ставки на спорт – это поддержать любимую команду, да, создать какой-то пари с каким-то человеком. Да, это тоже не заработок, просто люди перекрутили и вот делают по-другому. Поэтому вы должны правильно к этому относиться и иметь правильное отношение к этому. Вот я вот как раз мы по этому заговорили, я хотел вот этот момент проговорить, чтобы для вас было понятно. И вы знали, как ответить на этот вопрос, если вдруг вам кто-то такой задаст. Итак, компания объединяет в себе группу компаний e-гэмблинга, то есть интернет-гэмблинга. Да, и наши основные сферы – это онлайн-азартные игры, это ставки на спорт и киберспорт, это VR-казино и это блокчейн-лотереи. И, кстати, уже на этой, ну, как нам обещают программисты, если все успеют, что уже до конца недели мы должны увидеть первую нашу онлайн-игру, онлайн-казино, где все мы сможем поиграть, попробовать, почувствовать этот вкус азарта игры и, возможно, выигрыша, да. Поэтому ожидайте, очень скоро первый продукт уже появится от нашей компании, от нашей платформы. Совсем скоро. Мы сегодня были на лидерской встрече и нам презентовали. Итак, компания официально зарегистрирована на Мальте, есть все документы и скоро будет тоже регистрация. Еще регистрируется лицензия, да, вот это все тоже буквально уже на днях, документы уже поданы, вот, и вы увидите тоже регистрацию, именно лицензию, да. И те продукты, которые уже готовятся, те, которые будут на старте, это Check Game, это уже существующий продукт, который работает уже почти год на смарт-контракте эфириума, и вы можете зайти по ссылке checkgame.io и попробовать, проверить, даже пополнить, попробовать поиграть. Пока что там небольшая аудитория, но так как у нас уже собирается больше и больше, то мы начнем играть, это все прозрачно. Эта компания подтверждает, что у нее есть продукты, и с каждым по времени будут добавляться новые сервисы, новые продукты, где мы сможем не просто ну, как бы смотреть, а принять участие в этом, да, поиграть, либо там рассказать, что вот
быть тоже, потому что компания должна же нам платить дивиденды из этого, да, тоже у нас есть токен VGX, который я расскажу дальше, но есть и VGS, да, который по плану, по маркетингу мы должны получать какие-то дивиденды от бизнеса в компании. Итак, кратко, это история бренда, как компания зарождалась, как планировала выход на рынок. Это в 2018 году было решение создать гемблинг-экосистему с наивысшей прозрачностью и доходностью для клиентов. Да? Как я уже сказал, что большинство казино работает на прием, и там более 90% казино забирает себе и только там 5-10% отправляет на выигрыши участникам. Да? Здесь другая модель. По предварительной моей информации, будет около 70% выдаваться людям, которые будут играть. Это очень много, поверьте, это очень много. Если в таких казино люди играют там 5-10%, то здесь на 70% будет много выигрышей и будет интересно именно азартным людям, кто это любит играть и вот так развлекаться, можно сказать. Да? И вот 2019 год, вот такие у нас процессы происходили, да. Это сортировка и назначение игр, топ-игр. То есть можно сказать, что вначале был анализ ниши, да, то есть изучался, в принципе, что есть на рынке, да, какие проблемы есть, как их можно решить, да. То есть вот как делать нормальные предприниматели вначале изучают рынок и смотрят, что я могу привнести, какую ценность, какую пользу, как я могу решить какие-то вопросы и за что мне на этом рынке могут заплатить. Да, либо как привлечь клиентов к себе и так далее. Вот. И видим дальше там 2020 год, это уже анализ и тестирование блокчейна Ethereum, да, запуск первой честной лотереи на смарт-контракте, то, что мы видели, checkgame.io, и старт разработки бонусного маркетинга VGS, то, что мы уже сейчас видим с вами и уже участвуем. Да, есть, конечно, много среди нас сейчас и новых участников, которые только знакомятся с компанией, и будущих партнеров наших, и клиентов. Вот, поэтому вы уже видите тот продукт, который есть, и он не конечный, он постоянно дорабатывается, что-то внедряется, что-то улучшается, да, и, возможно, у нас еще не все идеально так, как бы хотелось, да, но поймите, что по факту мы работаем 11-й день, либо 12-й, да, поэтому мы на самом старте действительно огромной компании, и поэтому если какие-то есть мелкие там недочетики, то мы будем даже рады, у нас есть обратная связь, которая собирает все пожелания клиента, все улучшения, у нас есть в Телеграме бот, где вы можете любые свои идеи задать и там предложить, и компания их внедрит, если посчитает, что это целесообразно и полезно будет в целом для развития компании. Так, и поехали дальше. Следующее, то, что уже планируется, это разработка смарт-контрактов для игровой платформы Lucky Hash.io, позволяющая определять стоимость актива каждого пайщика для дальнейших возрождений между ними. То есть планируется запускаться новые продукты компании и, конечно же, зарабатывать на них. Да, и так дальше мы видим там уже там конец 2020 года, это старт рекламной кампании для игровой платформы checkgame.io, да, то есть выходит уже более широко, не только, ну, как бы, именно продвигать как игру, да, как казино, можно сказать, да, и дальше уже 2021 год, это разработка мобильного приложения и криптокошелек BGS, старт рекламной кампании для второй игровой платформы. И дальше, там, конец 2021 года, это активное развитие VGS Holding за счет пополнения портфеля новыми игровыми платформами, а также привлечение игроков с помощью сформировавшейся сети партнеров по всему миру. Это вот то, что, можно сказать, то, как компания начинала, что есть сейчас и какие планы на будущее. Да, я вам очень кратко рассказал, чтобы у вас было понимание, к чему мы идем, к чему стремимся и, в принципе, что уже есть. Итак, для дигитализации у компании есть два токена, да, то есть токены VGS, да, это стабильный токен, преимуществом которого является фиксированный курс, который является вашей фундаментальной инвестицией в компании VGS Holding. Владея VGS, вы будете получать дивиденды от деятельности дочерних структур компании, от тех игр, да, то, что я вам сказал, первое это CheckGame, и дальше по списку будут внедряться разные продукты, разные сервисы от компании, но направленные больше, то есть в сферу онлайн-гемблинга, да, и компания будет зарабатывать деньги и
для владельцев токена BGS будут начисляться дивиденды. Да, это первый токен, но у нас есть еще один токен. Такой, я считаю, для тех людей, которые сегодня пришли на презентацию, он более интересный, потому что мы хотим зарабатывать, мы онлайн-предприниматели. Да, это токен VGX. Это динамический токен, он растет в цене постоянно. По математическому алгоритму он не может упасть, он только растет. И от каждой транзакции, покупки либо продажи, он увеличивает свою стоимость на 0,12%. Это значит, если пройдет 1000 транзакций, стоимость токена вырастет в 3,3 раза. Да, это очень круто, это большой доход. Те участники, кто уже присоединился, они уже это почувствовали. Да, какие уже балансы на счетах, и многие уже успели вывести деньги, и там уже зафиксировать прибыль какую-то, да. Вот, а те, кто еще новичок, можно сказать, вы увидите это в будущем, как быстро приумножаются ваши деньги и как легко вы можете зарабатывать с компанией VGS Holding. Итак, за счет чего обеспечиваются, да, эти токены? Это 50% ликвидности обеспечит партнерские договоренности с крупнейшими игровыми онлайн-платформами, да, получая прибыль, с которых холдинг BGS может обеспечивать стабильный выкуп токенов у держателей по системе buyback. Да, то есть, с одной стороны, это будет биржа P2P, где, например, один человек сегодня купил, завтра хочет продать. Он купил, например, по $65, завтра он продал по $100. Да, и таким образом зафиксировал какую-то прибыль и заработал. Да, второй человек покупает по $100 в надежде на то, что токен вырастет, и он продаст его там по $150. Да, и это замкнутый цикл P2P. И вот эти все транзакции, они будут увеличивать цену токена. Да, и это круто, и также часть из рынка будет выкупать компания за счет разных бизнесов, за счет разного дохода, тоже какую-то часть. Но все-таки основа будет это P2P обмен. Компания в какой-то мере здесь как эмитент, да, она делает эмиссию токенов и организовывает процесс P2P площадки. Кстати, на данный момент тоже площадка работает еще не идеально, да, вы должны понимать, но продажи уже идут, оно улучшается постоянно, дорабатывается, и, но тем, то, что вы сейчас заходите, возможно, будете смотреть на какие-то там, ну, скажем так, мелкие погрешности, да, какие-то сложности, возможно, даже, да, но они незначительные, но зато вы купите очень дешево токен, и даже вот сейчас люди, которые заходили неделю назад, они покупали по $10 токен, да, по 15, кто как успел, сегодня уже по $65. Поверьте, те люди, которые заходили неделю назад, у них было намного больше сложностей, потому что компания настолько популярная, что были ограничены регистрации, невозможно было купить пакет. Люди по 3 часа сидели, обновляли страничку, чтобы купить просто пакет, да. И они тоже как-то, знаете, можно сказать, крутили носом, да, что вот что это такое, как это. Но зато они сейчас довольны, потому что они очень дешево купили токен. И сейчас вы тоже заходите там по очень дешевой цене, когда пройдет, например, месяц или 2 месяца, новые люди будут заходить, у них будут идеальные условия, все будет круто работать, будет много рекламы, все будет там, ну, просто супер, да, но токен уже будет стоить там, возможно, даже там, ну, сотни, а возможно, тысячи долларов, да, а если вы сейчас присоединяетесь, вы как раз зафиксируете низкую цену покупки токена. Поэтому вот я о том, что просто сейчас очень крутое время купить дешево, и уже есть на рынке подобные проекты, можно сказать, да, либо с похожими идеями, да, то есть, и мы видели уже истории такие, как токены росли и так далее, либо тоже криптовалюты, да, поэтому вначале всегда круто заходить, и вначале всегда интересно быть, как говорится, в первых рядах и снимать самую большую прибыль. В любой MLM-компании больше всего денег зарабатывают те люди, которые заходят на старте, поэтому просто радуйтесь, что вы сегодня пришли, вы услышали эту информацию, и вы будете одни из первых знать о такой компании, и у вас появилась возможность присоединиться и круто заработать. Так, поехали дальше. Преимущества разных токенов и в чем отличие, можно сказать. Токен VGS – это фундаментальная инвестиция в компанию VGS Holding. Это внутренняя валюта дочерних платформ холдинга. То есть здесь тоже будет такое, что можно будет даже вот
Я по такой предварительной информации слышал, что на токены VGS можно будет играть в казино, да, либо где-то как внутренняя валюта разных сервисов компании. Это не то, ну, как бы мы можем эти токены использовать по разным назначениям. Да, кроме того, что у нас будет небольшой какой-то доход, как дивиденды получать, как мы инвесторы платформы, да, но мы еще и можем использовать как либо игровые деньги, либо деньги для оплаты каких-то сервисов. Это источник дивидендной доходности и фиксированный курс. Да, на начальном этапе он 1:1, он пока что не растет, он также не будет падать, да, то есть меньше доллара он не будет. Вот поэтому так. Что же такое VGX? Это экспоненциальный рост, и кто уже есть участником, либо вы уже, возможно, слышали, сколько иксов мы сделали прибыли, то есть когда токен там буквально там, ну, 10 дней назад цена была старт компании с 1 доллара. Сегодня это уже около 66 долларов. Да, это сколько? 66 иксов, ребята, ну представьте себе, да, если бы вы, например, инвестировали 100 долларов, сколько там вы бы уже заработали? И те первые люди уже круто заработали. Но это не значит, что вы что-то потеряли, да, что вы не успели. И даже есть такое мнение, что люди говорят: ой, слушай, там вот позвал бы ты меня там неделю назад, там, а сейчас уже, я думаю, поздно, там не стоит заходить, там, или там я уже упустил прибыль. Ничего подобного, ребят, там через месяц цена будет там сотни долларов, а возможно тысячи, да, и новые люди придут, скажут: ой, слушай, сегодня уже цена 1200 долларов, а почему ты меня не позвал, когда было 150 долларов, и пройдет еще полгода, и цена может стоить десятки тысяч долларов, возможно 15 тысяч, и такие люди опять скажут, и такие люди, возможно, никогда не зайдут, потому что они думают всегда, что это поздно, а уже я не успею, типа, нет, ребята, то есть всегда есть интерес заходить, вы должны понять одну простую истину. Принцип P2P. Один продает, второй покупает. За счет их транзакций увеличивается курс. Вот и все. Поэтому это, можно сказать, вечный двигатель, да, который будет постоянно поднимать цену вверх, и она по алгоритму не может упасть. Да, вот это круто. Это источник быстрой прибыли, то, что я уже сказал, это оборачиваемость, да, по принципу P2P. Обмен токенами исключительно между держателями, да, то есть нельзя там куда-то вне платформы его вывести, где-то как-то обесценить его, да, там, ну, понимаете, да, то есть только внутри платформы по фиксированному курсу, это тоже круто. Ну и рост курса каждой транзакции 0.12 и выкуп токенов компании, да, по принципу buyback, какую-то часть компания будет выкупать за счет прибыли разных бизнесов. И одним из важнейших направлений деятельности также есть благотворительность. Часть денег компания выделяет на благие дела, на людям, которые нуждаются. Да, это тоже очень крутая инициатива. И пока что это делается в таком закрытом режиме, ну, не открывается. Но в будущем, я думаю, что все-таки какие-то проекты будут освещаться на платформе, будет в новостях, вы будете видеть, тому помогли, там сделали, там купили и так далее. С ростом сообщества, я думаю, что вы тоже сможете присоединиться. Это хорошая инициатива. Классно, что компания думает не только о заработке денег, а и то, что не только нужно брать, но и нужно отдавать, нужно делиться. Да, это очень позитивный момент. И классно, и хорошо. Да. Вот. Бонусные пакеты. Итак, какое у нас есть предложение для ранних инвесторов, я бы сказал так, да, это в принципе для инвесторов, но сейчас вы ранний инвестор, потому что компания только-только начинает развиваться. У меня еще, можно сказать, старая презентация, потому что несколько дней назад у нас уже забрали пакеты на 10 долларов, они в принципе не актуальны, да, ну зачем инвестировать 10 долларов, ну я думаю, вы сами понимаете, нужно начинать хотя бы с 90 долларов. И у нас принцип пакетов, да, то есть нельзя зайти там на 55 долларов, либо на 147, да, есть четко фиксированные пакеты, и вот, например, первый пакет у нас начинается с 90 долларов, и что он нам дает? Как я сказал, у нас есть два вида токенов, VGS и VGX. На 90 долларов вы получите на 65% токенов VGS, это стабильных токенов, статичных, да, которые не растут. И на 35% вы получите токенов VGX. Это то, как раз то, что дает больше доход. Если вы планируете строить партнерскую сеть, то у вас будет лимит дохода в день по партнерской программе. Не более 90 долларов. И так далее мы видим по таблице. У нас есть 250 долларов пакет. И
Также $250 мы можем заработать по партнерской программе. Уже 60% у нас идет на токены VGS, а уже больше 40% у нас есть токенов VGX. То есть смысл такой, чем больше пакет, тем лучшее соотношение токенов VGX к VGS. Да, то есть основной доход на начальном, вот на данном этапе дают токены VGX. Поэтому есть смысл, если у вас там есть деньги, там, ну, как бы, то есть не думай, что я вот там чуть-чуть позже зайду там, или так далее. Все-таки постараться купить пакет побольше, да, потому что вы, думаю, ну, 99%, что вы будете делать апгрейд. Я лично уже сделал 2 апгрейда, да, то есть я думаю, что нормальная инвестиция, да. Но я понимаю сейчас, что я еще буду делать апгрейд, поэтому... ну, я вам на будущее говорю, что лучше покупать, но стартовать желательно с минимальной суммы хотя бы $250, да, потому что это уже засчитывается вам бинар, вы сможете построить бинарную сеть и получать доход не только линей, ну, давайте дальше, чтобы, то я наперед бегу. То есть с пакетами, я думаю, вы разобрались, я еще вернусь, здесь все просто, все у вас видно. Просто как бы саму идею я вам рассказал, как они там отличаются, да, а дальше уже понятно. Следующее, в компании очень крутое предложение для активных партнеров. Здесь гибридный маркетинг, это линейно-бинарный, то есть вы получаете за лично приглашенных и даже не только за лично приглашенные, но и за 3 линии. Если вы пригласите человека в первую линию, вы получите 7% от его депозита. Да, от его купленного пакета, правильнее сказать. Если ваш коллега, да, либо там партнер, как бы сказать, пригласить еще одного партнера, вы получите из него 3%. И так далее, из третьего уровня вы получите 2%. Это прямой бонус, который начисляется моментально, и вы сразу же можете подать заявку на вывод, и эти деньги вам обработают. Компания регламент до 24 часов, да, то есть очень быстро вы сразу эти деньги получаете и выводите. Так, также кроме линейного бонуса в компании есть система рангов, да, то есть если вы вот, например, трайн или как она называется, оборот в структуре делаете $1000, у вас минимум 2 партнера, вы получаете бонус $45. Если вы становитесь консультантом, это нужно сделать $3000 оборота, у вас должно быть 2 человека в структуре, которые сделали по $1000. И у вас уже премия одноразовая $120. И так дальше вы видите у нас по такой карьерной лестнице, сеньор-консультант $10000, нужно иметь под собой 2 консультанта, да, растить лидеров в своей команде, и вы будете работать и получать, зарабатывать там уже $350 и так далее, и так далее. То есть это интересно, это зажигает, это мотивирует, да, это ставит тебе цели какие-то и тебя просто двигает, да, если вы прошли не просто на пассив, да, хотя и на пассиве здесь очень интересно, и есть полный пассив. Вот я забыл сказать, что вы можете ничего не делать, да, то есть вы можете просто купить токен, подождать, пока он подрастет, продать его. Да, такая возможность есть, но все же я бы рекомендовал все-таки проявлять какую-то активность и зарабатывать больше, да, потому что у вас всегда есть лимит каких-то своих денег. А когда при постройке структуры у вас нет лимита, да, если вы подключите хотя бы 2 активных людей, поможете им включиться в работу, будете поддерживать, они вам могут построить огромные сети, и вы заработаете большие деньги. Да, даже есть смысл, возможно, какую-то рекламу купить, где-то заказать, да, то есть просто инвестировать, относиться к этому как к бизнесу, да, то есть поэтому есть смысл, здесь это будет очень-очень круто вознаграждено. Итак, есть еще здесь бинарный бонус. И давайте посмотрим, как у нас бинарный бонус работает. Да? Первое, что нужно, чтобы, в принципе, активировать бинарный бонус, у вас должен быть минимальный пакет $250. Можно больше, но на $90 бинар не работает. Это первое. Второе, чтобы активировать бинар, вы должны под собой иметь 2 человек по $250. Один в правую ветку, один в левую ветку, да, то есть спонсорскую и в личную ветку. Тогда у вас активируется бинар, и дальше с разницы 2 веток, с меньшей ноги, вы будете получать доход. Например, если на пакете у вас пакет там $90, то вы будете получать 10% с пары, а именно с меньшей ноги. Например, если там
спонсорской ноге у вас 1000 баллов, а в вашей внутренней ветке 500 баллов. Значит, когда закрывается бинар, бинар закрывается каждые сутки, вы получите 50 долларов. То есть 500 баллов у вас пишется с вашей ноги, 500 баллов со спонсорской, и за это вас 10% вы получите, это 50 долларов, на следующий день вы получите и сможете подать заявку на вывод. В спонсорской ноге эти 500 баллов еще останутся. Когда вы нового партнера проведете, опять бинар схлопнется, и вы опять заработаете еще дополнительные деньги. Вот, в принципе, как работает бинар. Ну, ребят, я не смогу, наверное, вам ответить и рассказать детально, как это работает. Для новых людей это немного сложновато вначале разобраться. У нас будут технические школы, где будет, и даже сейчас компания готовит, даже вроде бы уже есть видеоролик, как работает бинар, в принципе, маркетинг компании. Я думаю, что вы посмотрите, если будет интересно, вы зададите спонсору уточняющие вопросы, потому что много есть разных таких, ну скажем, составляющих в бинаре, да, которые, ну, очень кратко не расскажешь. Поэтому, но я вам скажу самое главное, что это самый-самый доходный маркетинг, в принципе, который существует. Да, в нем зарабатываются самые большие деньги. Да, поэтому это круто, что у нас здесь такой маркетинг, не только даже, у нас еще плюсом сверху есть линейный бонус. Это вдвойне доходность, да, поэтому, ну, ребята, я о том говорю, что здесь есть смысл работать, потому что, ну, на рынке ничего подобного вы не найдете. Да, это первый момент. И второй момент, то, что я вот перед презентацией, когда готовился, думал, что же я скажу сегодня. И я вспомнил, когда на одной нашей лидерской встрече наш спонсор сказал, что, ребят, есть разные компании, да, если это миллионная компания, то вы заработаете тысячи, либо десятки тысяч долларов, да. Если там 100-миллионная компания, да, вы заработаете там, например, сотни тысяч долларов. Если миллиардная компания, вы как активный партнер, вы можете заработать и сотни, и даже миллионы долларов. И VGS Holding – это та компания, которая метит именно на миллиардную компанию, на миллиардные обороты. И вот это нужно понимать, что даже какой бы ты ни был специалист, какой бы ты ни был там крутой сетевик, там, либо ты умел бы там рекламу делать, если у компании нет потенциала, да, переварить такие объемы, да, справиться с такой нагрузкой, да, то вы там не заработаете денег. Вы просто, ну, я для опытных, кто это понимает, он знает, да. Здесь все по-другому. Здесь сразу масштабная компания, масштабный проект. Вы видели, как мы стартовали, как, ну, буквально гудит весь интернет о нашей компании, да. Поэтому есть разные даже мнения на то, что мы равнодушными не оставили никого, это факт, да. То есть, большинство, очень большое количество позитивных, да. Есть люди, которые завидуют и так далее. Есть кто хейтит, это нормально, потому что когда ты выходишь, становишься популярным, то с разных сторон на тебя говорят, да, и есть конкуренты, которым невыгодно, чтобы ты был успешным, потому что ты отхвачиваешь долю рынка, и это нормально, это бизнес, вы должны это понимать, вот, поэтому вот так. Это компания, которая метит очень далеко, широко, и с такой компанией можно действительно круто заработать. Так, и дальше про бинарный бонус. У нас, если у вас будет пакет от 1300 долларов, вы сможете уже сам до 1300 долларов компания будет вам расставлять бинар, можно сказать, автоматически. Да, вы просто можете поставить себе, ставить людей в левую ногу, либо в правую ногу. Да, и дальше уже компания будет автоматом этих людей расставлять. Дальше, когда у вас будет пакет от 1300 долларов, вы уже сами сможете расставлять так, как вам нужно. И как здесь написано, стройте свой идеальный бинар. Да, то есть эта возможность такая есть, и это круто работает. Следующая уникальная, в принципе, разработка – это золотой треугольник. То есть, когда вы заходите на пакет от 2700 долларов, у вас открывается сразу три места, и три активных места, от которых вы как бы можете строить сеть. И, ну, вначале я бы рекомендовал, чтобы вы построили две ветки активные, чтобы они у вас уже развивались без вашей помощи, да, чтобы они уже там, динамика шла постоянно, большая, чтобы люди там строили свои уже внутренние ветки, а ваша уже хорошо развивалась, тогда можно уже ставить людей во внутренние ветки, и тогда вы будете получать двойной доход от бинара, да, то есть иногда люди в обычных бинарах заходят тремя местами. Возможно, вы уже слышали, что заходишь, типа так ты больше заработаешь.
Здесь не нужно создавать столько аккаунтов, покупаешь пакет на 2700, и это у тебя есть. И от сети ты зарабатываешь в два раза больше. Ребят, это тоже о том, что есть потенциал, опять же, круто зарабатывать. Бинар и сам очень доходный маркетинг, но здесь это еще увеличено. Итак, здесь есть лимиты на вывод. Ну, ребят, этот слайд еще старый, они сейчас не актуальны. Я думаю, что компания подготовит, я вам кратко расскажу, какие лимиты есть, а компания подготовит новую презентацию, думаю, сделать видео с четкими лимитами. Если раньше мы выходили, скажем так, в безубыток за примерно 2 недели, то сейчас будем выходить около 5 недель в безубыток, да, то есть есть лимит по выводу денег, да, вы можете заработать много, токен растет, но компания должна как-то контролировать финансовые потоки для стабильности, для прогнозируемости и, в принципе, для долгосрочности. Это обязательно нужно, ну, как бы иметь какие-то рычаги влияния и управления компанией. Да? Без этого, как говорится, далеко не поедешь. И вот компания даже от старта стартанула с одними условиями, на ходу поняла и очень быстро, что эти условия, скажем, не самые лучшие, и непонятно, какое будущее будет с ними, решила, как сказать, перестраховаться и сразу сделать так, чтобы это было точно, долгосрочно и прогнозируемо, и понятно, как это все будет работать. Поэтому давайте я даже, наверное, не буду комментировать, но просто что мы раньше выводили 2 недели тела, сейчас будет 5 недель. Да, то есть я считаю, что это очень круто, ребят, потому что в первую неделю вы можете вывести уже примерно 20% от вашего тела инвестиций. Скажите, много у вас на рынке таких предложений? Ну вот подумайте реально, сколько есть таких еще компаний, которые предлагают вам за 5 недель вывести тело инвестиций, а дальше уже получать чистую прибыль. И в первую неделю, даже там через 2-3 дня токен может сильно вырасти, вы можете сразу через на второй, третий, либо пятый день поставить на вывод и вывести деньги. Поэтому это очень крутое предложение, и дальше вы сможете постоянно получать хороший доход. Заработаете больше, продали, сделали апгрейд пакета, еще больше заработали, увеличили лимит на вывод недельный. Вот так. А, ребят, ну все, в принципе, это у меня был, оказалось, последний слайд. Так, ну, в принципе, я очень рад, у нас 40 минут. Я надеюсь, что вам было не скучно слышать меня. Да, я надеюсь, что я постарался вам рассказать, что это за компания. Я сам воодушевлен на самом деле, потому что уже даже на старте я вижу, как круто строится моя команда, сколько я зарабатываю, сколько мои люди зарабатывают, и они выводят, радуются, меня благодарят, что я их пригласил сюда. Да, и мне просто пишут там вот... У меня реальная история, то есть пишет, звонит мне человек и говорит: Владимир, спасибо, просто я тебе благодарен, потому что мы опять здесь все собрались, да, потому что те были там где-то, ну, люди расходятся, да, где-то вместе работали в одном проекте, в другом проекте, в третьем, а здесь, говорит, я собрал всю свою команду, типа, я тебе благодарен, что вот мы все, и даже не в деньгах дело, да, а с теми людьми, с которыми ты опять работаешь, с той командой, да, вот это круто, да, потому что когда ты выходишь на определенный уровень, деньги уже играют не такую большую роль, да, конечно, тебе хочется зарабатывать, и это нормально, но есть что-то большее, да, есть движение, да, тебе интересно с этими людьми работать, есть какой-то энтузиазм, да, поддержка друг друга. Вот, поэтому вот это то, что говорят мои партнеры. Вот, поэтому, ребят, спасибо, что вы пришли на этот вебинар. Я надеюсь, что так доступно вам объяснил. Еще раз скажу, что эта компания имеет большую цель. И сейчас вы видите, как она быстро развивается, что делает. И, ну, с этой компанией вы сможете побить все свои прежние чеки по заработку, по доходу. Да, вырасти как личность, познакомиться с интересными людьми. И мне тоже интересно, я просто тоже в чате нахожусь и с лидерами, и очень много крутых людей собрались в одном месте. И, ну, я не помню таких компаний, где бы было такое количество крупных сетевиков, крупных лидеров, людей с опытом, людей умных. Да, и это интересно находиться с такими людьми. Они тоже советуют руководству, как... Лучше сделать, да, ну, как бы, вот, в принципе, это то, что вот будет интересно, да, я даже вот не знаю, как это выразить. Это вот действительно крутая компания, которая собрала такое
можно сказать, сливки сетевиков и предложила им такой продукт, что мы все просто в восторге, мы поддерживаем, рекламируем, рассказываем о них и будем строить с этой платформой свой бизнес. И вам советую, присоединяйтесь и будем вместе работать, зарабатывать, развиваться, в будущем путешествовать, да, и реализовывать свои мечты. Всего вам доброго, на этом вебинаре я заканчиваю и до встречи на следующих вебинарах.